Об истории страны не шаблонно, необычно и увлекательно. Церковно-общественная выставка «Россия. Моя история» открылась в Москве в День народного единства. Она посвящена новейшей истории, охватывает период с 1945 по 2016 год. С экспозицией ознакомились высокие гости, среди которых были и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и глава Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Выставочный зал «Манеж», как и в прежние годы, готов к приему тысяч посетителей, желающих прикоснуться к своей истории. Посетителей ждет интерактивное погружение в исторические события последних десятилетий. Авторам удалось рассказать о них не шаблонно. Использованы самые современные мультимедийные средства, которые делают путешествие по времени не только познавательным, но и захватывающим и увлекательным. Если 700 лет правления Рюриковича, нам казалось, что это чудовищно сложно, это 700 лет, это как это можно уместить на одной выставке, то когда мы дошли до этой выставки, мы поняли, что 70 лет, вот этих последних, они в тысячу раз сложнее, чем те 700 лет. Потому что если в период Рюриковича каждый год происходило одно-два события, о которых мы знаем, то здесь каждый день происходили десятки, а то и сотни событий. У меня главная цель этой выставки, этой и предыдущей, сделать эту историю интересной. Понимаете, и увлекательно. Чтобы люди приходили, особенно молодежь приходила, ей было бы интересно потрогать, повертеть, покрутить, понимаете, посмотреть, как вообще все было. Если вы положите здесь кусок ракеты, ну, можно прийти и посмотреть дальше что. Но если у вас будет возможность в формате 3D оказаться внутри космического корабля или его собрать, например, как у нас здесь мальчишки, детишки собирают эти корабли космические, там они, которые летают, эти станции, это совершенно другое. Да? Это уже интересно, это уже вы становитесь соучастником истории. В пяти кинозалах непрерывно показывают короткие ролики и фильмы. Часть материалов из представленных на экспозиции обнародована впервые. Выставка дает возможность все сравнить и понять. Каждый посетитель может ощутить себя частью порой противоречивой, порой трагичной, но родной и великой истории. По традиции на выставку доставлена православная святыня, Владимирская икона Божьей Матери, привезенная из храма Христа Спасителя. Экспозиция этого года четвертая и завершающая в цикле выставок «Россия. Моя история». Она продлится до 22 ноября.